Здравствуйте, это программа «Строительство в деталях». Только мы расскажем вам всю правду, покажем технологию, поможем разобраться во всех нюансах строительства в Москве. Специально для вас мы в деталях узнаем, кто, что, как и для чего строит столица. И дадим вам объективную информацию о каждой стройке, которую можно увидеть в Москве. Но детали трансформеры сегодня используют не только в детских садах. На гораздо более масштабном объекте в строящемся театре Олега Табакова появится сцена, которая способна увеличиваться в размерах. И прямо сейчас она построится в нашей студии. Место для авансцены освобождается за счет специального механизма, который установлен между зрительскими креслами и сценой. С помощью гидравлической системы этот механизм складывает кресла первых четырех рядов партера под сцену. В самой же плоскости сцены строители смонтировали поворотный круг и подъемно-опускные станки для провалов. Это позволит воплотить в жизнь любые фантазии режиссера, например, с неожиданным исчезновением актера или декорации. Причем, опускаясь по сцену, предметы никак не будут пересекаться со сложенными креслами. О том, насколько удобно будет актерам играть в спектакли на такой сцене и какие еще ноу-хау применили специалисты при строительстве театра, расскажет наш корреспондент Ольга Азаревич. Новая табакерка разместится в многоэтажном здании по улице Гелеровского. Новый дом, а точнее целый комплекс, уже практически построен. Правда, театру будет принадлежать его лишь часть, остальное займут банки, офисы, кафе, рестораны и подземная парковка. Ждали этого события почти 17 лет. Завершение строительства стало возможным благодаря финансовой поддержке столичного правительства. Уже в декабре этого года здание Московского театра-студии под руководством Олега Табакова планируется сдать под ключ. Все вопросы, связанные с оборудованием, технологией сцены, мы допроектируем, с вами согласуем и делаем так, чтобы театр был... дополнительные нагрузки некоторые на ваши плечи. Посмотрим. Дополнительные нагрузки нежелательно, но так, желательно, чтобы театр был достойный. По словам градоначальника, юбилейный 30-й сезон труппа откроет в своем доме. Часть фасада нового здания закроют витражным стеклом. По замыслу архитекторов, то, что происходит в фойе, должно быть видно с улицы. А над входом разместят гигантский экран. На нем планируют транслировать фрагменты спектаклей. Вот зрительский вход наш, основной и главный. То есть зритель заходит через эти две двери. 5000 квадратных метров театра сейчас находится в стадии отделки. Вот так, например, выглядит зрительный зал. Он рассчитан на 406 мест. Сцена здесь будет в два раза больше той, на которой актеры играют сегодня. При этом ее можно будет еще увеличить за счет нескольких рядов партера. Основная хитрость здесь именно в технике, в механике этой сцены, что вот... Можно руками убрать кресло, можно руками поставить кресло, можно сделать специальные станки, которыми можно накрыть стоящее кресло. Но вот такого технического решения, что все это происходит механически, такого действительно нету. Для актеров предусмотрено 22 гримерки. На четвертом этаже для женщин, на пятом для мужчин. Спускаться к сцене они смогут на лифте. А это макет кресел, которые будут устанавливаться уже в новом зале, правда, в другом цвете. Их специально заказывали из Испании. На мой взгляд, они мало чем отличаются от тех, которые существуют здесь, и сейчас это неудивительно. Именно на этом варианте остановились за их удобство и функциональность. То есть спектакль заканчивается, зритель встает, кресло автоматически собирается, и человек беспрепятственно может покинуть зал. Почти пустой еще недостроенный театр актриса Яна Секста уже воспринимает как родной дом. Она лично принимала участие в церемонии закладки фундамента. Прошло 10 лет, 10 театральных сезонов. И предстоящий момент переезда теперь вызывает легкую дрожь. Табакерка, это название «Подвал», оно, я не знаю, как для зрителей, потому что для актеров это, конечно, как символ. Подвал, и я всегда хотела, мечтала, когда училась в школе-студии, работать именно в этом подвале. И вот эти ходили легенды, как вот этот первый курс Табакова, как они там вручную от всякого, не знаю, как можно, какие слова на канале можно произносить, от всякой гадости этот подвал расчищали. И мне кажется, вот эта энергия своими руками построенного театра, она вот здесь, ну, я ее ощущаю.
Старая табакерка действительно отличается своим особенным настроением. Фраза «в тесноте, да не в обиде» словно специально придумана для закулисья подвала. А это театральное закулисье, сами видите, здесь и одному-то человеку сложно удержаться, не наткнуться на стену. Можно представить и только догадываться, что происходит во время самого спектакля. А это еще один выход, он практически не используется, он запасной на всякий пожарный случай. А здесь находится потайное окно, о существовании которого многие зрители даже не подозревают. Во время спектакля режиссеры могут наблюдать отсюда за работой своих актеров. С переходом на новую сцену подвал труппа не потеряет. Легендарное помещение тоже обновят. Остановить театр – это смерти подобно. Мы на это никогда не пойдем. Думаю, что когда мы перейдем на ту сцену, то тогда здесь освободим и сделаем здесь капитальный ремонт. Потом здесь тоже, значит, возобновим работу. А пока голые бетонные стены создают туманное представление о том, какой будет новая табакерка. Впрочем, сам Олег Павлович считает, что главное в театре – зрители. Зритель всегда прав. И когда он будет знать, что есть что-то интересное в этом театре, он и туда сходит. Мы здесь будем продолжать играть. Здесь будет играть и школа театральная при этом подвальном театре. И мы тоже. У нас есть что показывать. В качестве зрителя милости просим, приходите. К слову, это не единственный культурный долгострой, который планирует завершить к концу 2014 года. На финишной прямой реконструкции «Геликон-оперы» и «Сатирикона» имени Аркадия Райкина.